быстрый обзор замоскворецкой линии московского метро. С тебя лайк и подписка, а я расскажу. Первый участок Горьковско-замоскворецкой линии протяженностью 8 км была запущена в 1938 году от Сокола до площади Свердлова, ныне Театральная. Самая красивая станция метро на этой линии – Маяковская, а самая загруженная станция в центре Москвы – Театральная. Подвижной состав – это старые электропоезда типа номерной 80-х годов. Наземный участок – это станция Технопарк и Нагатинский метромост. Линия проходит через такие районы, как Ховрино, Сокол, Парк Коломенское, Орехово-Борисово и Братеево. В настоящее время линия имеет протяженность 42 км и 24 станции. В следующем году на Замоскворецкую линию наконец-то придут новые современные электропоезда «Москва-2024».